зрители, в честь дня рождения Сергея Есенина у нас настоящий есенинский фристайл. Позвольте представить вам участника Noize MC. Эсте! За музыкальное оформление и битбокс отвечает Вахтанг! В качестве секундантов и членов жюри Павел Воля и Лейсан Утяшева. Итак, задача очень простая. Уважаемые фристайлеры, уважаемые соискатели, вы знаете правила. Вы должны читать фристайл под аккомпанемент Вахтанга. И в этом фристайле вы должны использовать, за минуту вы должны использовать как можно больше строчек из Сергея Есенина. Мы это проговаривали 20 раз до начала программы. Но не лишний раз проговорить это и в эфире. Кто начинает из вас? Вроде как я. Вань, а у нас так, если Ваня сказал в этой передаче, значит так и будет. Эсте, мы с вами отходим вот туда. Главный приз в руках у Лейсан, это полное собрание сочинений Сергея Есенина. Мы готовы? Время начинается по сигналу. Как только вы слышите сигнал, фристайл может начинаться. Пожалуйста. Шагане, ты моя шагане, как это зарифмовать-то, ёкало мне. Сидят эстеты, смотрят, поправляют пенсне. Что за паноптимум такой, нойз какой-то, эсте. Вахтан тут, знаешь ли, в микро пукает. Сюда надо было звать Расторгуева с Безруковым. В этом мире я только прохожий, а то смотрю гламурные наряды, какие-то метиные рожи. Белая береза под моим окном, я такой же, как она, дуболом, поделом. Не получится зарифмовать ничего, я знаю. Ох, такой ты, Русь моя родная, отговорила роща золотая, я пока нет. Ты жива, моя старушка, или еще нет? Или уже нет, пардон. Итак, чтобы еще пробубнить, там слегка в микрофон. Эй, братан, ты, кажется, кое-что забыл. Ты там стирал, что мог, что из сил. Ага. Йоу, камон, мазафака, зачеркиваю. Я московский, а за мной гуляка. Я люблю этот город вязевый. Продолжаю кидаться рифмованными фразами. Я не жалею, не зову, не плачу, но это позор был на всю страну и никак иначе. Клён ты, мой опавший, клён заледенелый. Твоя очередь делать свое дело. Спасибо огромное, Noize MC, это была его попытка. Эсте. Спасибо, Вань. Пожалуйста. Вань, спасибо. Прошу, вставайте вот сюда. Noize MC задрал, так говорят многие, но задрал планку, так говорим мы, потому что сейчас этот рекорд нужно попытаться побить и улучшить. Итак, слова вы видите, Эсте, готовы ли? Ты готов? Нет. Е-е, ребята, давайте просто сигнал. Прочитай, просто прочитай, все, просто прочитай. Это не лук-лучок, это рэпачок. Это худой белый парень, не загорелый качок. Я московский озорной гуляка, кутузовский бродяга. Мое орудие боя, ручка и бумага. Джага-джага, не знаю, мусь-пусть. Такая музыка, признаюсь вам, не в моем вкусе. В этом, может быть, с вами мы не похожи. В этом мире я только прохожий. Гой ты, Русь моя родная, я пойду на голос, сяду с басы, вместе выпьем чая. Отговорила роща золотая, быть солистом ласкового мая. Ты жива еще, моя старушка, я не знаю. Не жалею, не зову и не плачу, если ты не знаешь, что я только начал. Белая береза под моим окном, была бы метров 20, ведь живу я на восьмом. Я люблю этот город вязевый и клен. Ты мой опавший клен заледенелый. Я рисую на асфальтом белым мелом контур тела оппонентов. Гуй ты, Русь моя, кстати, уже была. О да, шагане, ты моя шагане, я всегда буду на коне. Дорогие друзья, ну пожмите друг другу руки. Вы знаете, да, тот самый случай, когда время давно закончилось, но хочется и хочется слушать. Шагане, это моя жена. Шагане. Приз уже брать? Приз, будьте любезны, возьмите приз и жену приводите сюда. Павел, Лейсан, вы знаете, ребята замечательно продемонстрировали знания Есенина, умение читать Есенина под бит. И ваша... Я хотел бы ответить им фристайлом. Пожалуйста, Павел. А можно бит? Да, конечно, поехали. Только мне надо чуть-чуть совсем там, коротко, да.
чуть-чуть можно вот... Раз, два, три, это было веселье. Между собой разделите книги Есенина.